Сегодня воскресенье. В этом доме собрались особенные гости. Это боевые побратимы Павла Белоуса. Здесь они собираются часто. Это как своеобразный ритуал, в котором чужим места нет. Любая война тех, кто вместе воевал, делает родственниками. Это совершенно другой уровень доверия и взаимодействия. Пока жена Павла, Ольга, накрывает на стол, ветераны обсуждают планы на будущее и делятся воспоминаниями. Я, Кук и Харизун поехали в Константиновку за Кемфером, чтобы забрать. А, ну да, было. Едем по дороге, у меня там планшет. Остров сокровищ. Там песенки. Включаю мультик «Остров сокровищ». Там песенки, едем, поем. Пират начинает стрелять из... И там момент, когда этот пират начинает стрелять из пушек по тем лодкам. И такой свист. Кук по тормозам. Перепугались, в кювет заезжаем. Блин, говорю, выключите его. Все, и после этого мы мультики не включали. Йохана Баден. Когда страна-агрессор начала вводить войска на территорию Украины, Павел тогда уже решил, что пойдет на фронт. Он прошел Майдан и подумал, что будет неправильно, если во время войны он отсидится дома. Учитель физики по образованию, Павел начал осваивать другую профессию, которая очень ценна на фронте. Я начал больше изучать медицину. Со временем стал санитаром, а потом санинструктором. Потом стал санинструктором. В это время формировался добровольческий батальон «Гарпун». Здесь было много участников революции достоинства, и большинство были Пашины друзья. Поэтому и выбор Павла был предсказуем. Воины батальона занимались разведкой в тылу врага и проводили антидиверсионную деятельность. Мы именно слушали радиоэфир, то есть... Мы отслеживали переговоры противника, все, то есть вели радиопереход. Задача Павла – неотложная медицинская помощь. Он постоянно был с тревожным чемоданчиком, чтобы в случае необходимости в тот же миг оказаться там, где погибают люди. Первый пациент мой запомнился очень яскраво. Первый мой пациент очень запомнился. Его ранили в руку, вот здесь, под мышкой. Поэтому жгут наложить было очень трудно, и я его подкручивал, подтягивал, кровь постоянно капала. Он лежал, говорил по телефону куму, что вот, мне руку оторвало, все. Рана была очень серьезной. Парень мог остаться без руки, а если бы пошло заражение, то финал был бы намного плачевнее. Тогда Павел впервые почувствовал, что от него сейчас зависит жизнь человека, и он обязан ее спасти. Разве мог военный медик тогда знать, что спустя несколько месяцев кто-то будет спасать и его? В тот день я был дежурным офицером на базе в Константиновке. Мы, в принципе, выехали в город. Тут нам поступил звонок, что подорвалась наша группа. Мы вертались с задания, то и нарвались на... Мы возвращались с задания и нарвались на минную ловушку. Она взорвалась, и я не мог встать, потому что у меня были повреждены рука и нога. Тогда Павел получил очень тяжелое ранение. Что с ним произошло, помнит плохо, но говорит, что до последнего пытался соображать. И командовал ребятами, объяснял, что нужно делать и как помочь друг другу и самим себе. Он знал, помощь уже мчится, но в таком деле дорога каждая секунда, и Павел очень боялся, что друзья могут не успеть. Мы вышли уже на окраину города, встретили машину эвакуации, ну и дальше уже, включив свет, что можно, все, ну уже как бы расчищали дорогу до больницы. В тот раз, когда Павел был тяжело ранен, Костя его вывозил оттуда на безумной скорости. А Ольга в это время на другом конце страны спокойно собирала чемоданы. Она вместе со своими родителями и детьми собиралась на море. И уже перед самым выездом получила известие, что с мужем беда. Когда сказали, что Павел ранен, наступило ощущение ступора. Говорю, дети, папу ранили. Они на меня такими большими глазами. «Так что, мы на море не поедем?» «Ну да, да, это 2 года назад было, они еще были меньше. Они по-своему все восприняли, по-детски». По-дитячьему. Бабушка с дедушкой увезли детей на море, а Ольга отправилась к Павлу.
Уже на месте она узнала, что взрыв был такой силы, что двое побратимов Павла скончались, даже не доехав до госпиталя. А так как у мужа было самое тяжелое ранение, то оставалось только молиться Богу, чтобы его спасли. Его покромсало этими осколками, там легкое все такое было. На проволочке времени не было, легкое нужно было срочно вырезать, но в тех условиях врачи просто не могли сделать такую операцию. Все понимали, если Павел после наркоза придет в себя, это будет как второе его рождение. Когда Павла вернули из операционной, он уже отходил от наркоза. Я был рядом, держал его за руку, говорил, он меня узнал. Уже стало ясно, что человек возвращается к жизни. Но по возвращению домой Павлу лучше не стало. И хоть физическая боль давала знать о себе реже, но страдала психика, потому что эхо войны еще долго не давало ему покоя. Я в брейн-ринг играл. Сидимо мы за столом, задали питання, и тут приходит кому-то смс. Я в брейн-ринг играл, сидим мы за столом, задают вопросы, и тут приходит кому-то смс-ка в виде тоже такого пшшш. Я сразу думал, кудась, як навколо людей не було, знаєш. Я эти полсекунди хотел где-то укрыться, упасть под стол. Сховатися десь, лягти під цей, під стіл, а потім так чик, ага, все. Те, кто вернулся с войны, знают, это предсказуемая реакция, и каждый ветеран пережил что-то подобное. Ведь хоть ты уже и здесь, но мысли твои еще там. Только что была война, а тут мирная жизнь. Почти никто о войне не вспоминает. Потом, наверное, месяц первый хочется побыть дома, поспать, поесть то, что ты не ел там, полистать интернет, которого там не было. Почитать какой-то там интернет, которого там майже не было. А Павлу хотелось просто смотреть в потолок и молчать. Он не отвечал на телефонные звонки и избегал людных мест. Я как-то стал более агрессивным. Люди меня стали раздражать, особенно тупые. Это стандартная ситуация для всех, кто возвращается с войны, говорят психологи. И советуют родным не приставать к бойцам с расспросами, советами и выяснениями, а просто ждать. Дайте ему просто час. Дайте ему пространство и время. Пусть у него будет свой угол, свой диван, который женщины ненавидят больше всего. И вот здесь он будет уместен. Если он очень долго лежит, договаривайтесь. Сколько тебе нужно времени для этого? Полежав на этом самом диване, Павел сам пришел к тому, что уже нужно что-то делать. Ведь у него семья, и дальше так продолжать просто нельзя. Он начал выходить в социум и искать поддержку у людей. У меня товарищ один занимается психологической реабилитацией, и он пригласил меня на несколько таких встреч. После такого общения Павел постепенно начал возвращаться к мирной жизни. Ему уже не грезились выстрелы, и во сне он видел не бои, а дом, который в гордом одиночестве стоит посреди поля, и ему безумно хотелось, чтобы этот дом стал реальным. Видел проект в интернете, что есть такие деревянные дома, форма интересная и энергетически экономнее, чем обычный дом. Я всегда хотел такой дом. Мы думали, это, наверное, нереально. Потом он нашел этих парней и сказал, будет круглый дом. В строительном деле Павел теперь эксперт. Уже и советы раздает друзьям, говорит, что строительство энергоэффективного дома по силам любому. Причем совсем не требуется оснащать его дорогими инженерными системами, главное – хорошо утеплить кровлю, фундамент и стены. Павел говорит, что в ближайшем будущем здесь начнут появляться такие же домики. Их будут строить побратимы, а пока он один такой на всю деревню, вернее, на все поле. В чистом поле такой будинок. В чистом поле такой дом. Я таких домов еще не видела. И здесь это такая семейка, коты, собаки. Дом насыщен такой положительной энергетикой. Как такой позитивной энергией. Потому что сделан из экологически чистых материалов, гордится Павел и добавляет, что строительство его вдохновляет и наполняет счастьем. А еще в этом домике задумали готовить самый вкусный эко-сыр. И тоже с позитивной энергетикой. Вот, видите, какие у нас кусочки? Они такие и мают быть идеальны. Вот видите, какие у нас кусочки? Они такие и должны быть на ощупь, как резиновые. Ось так у нас молоко загусло, перетворившись. Вот так у нас молоко загустело, превратившись вот в такой молочный студень. Оно закисленное и ферментированное. Фермент у нас на природной основе, био, а не сычужный. Фермент у нас на природной основе био,
а не сычужный. Идея варить такой сыр возникла совершенно спонтанно, но так вовремя, что Павел и Ольга просто не смогли перед ней устоять. Женя, который начал строиться первым после нас, говорит: «Я так хочу, чтобы возле меня кто-то сыр варил. Я готов даже финансово помочь». Мы начали думать об этом, начали пробовать. Много у нас было неудачных попыток, очень много мы выбросили. Но, несмотря на все трудности, настойчиво продолжали готовить сыр. Неудачи даже забавляли, ведь должно же когда-то получиться. Что с первого раза, если не выходит, то... Если с первого раза не получается, то знаете, как Эдисон лампочку электрическую делал? Он сделал 10 тысяч неудачных экспериментов, чтобы сделать нужную. Неудачных экспериментов, чтобы сделать... До этого нужно дойти и сделать какое-то определенное количество ошибок, чтобы получилось то, что тебе хочется. Так, как тебе хочется. И все эти неудачные попытки были не зря. Паре удалось найти свой авторский рецепт. Вот цей сыр, что мы робимо, то він якось так всім сподобався, ми його. Это сыр, который мы делаем, то он как-то мне понравился. Я придумал, что надо его закоптить, тогда меняется структура, запах. У нього відповідно міняється трошки структура, запах. Друзья стали называть сыр кабулкой, от позывного Павла Кабул. Павел говорит, что сначала это было увлечение и только для своих, а сейчас хобби переросло в бизнес. Теперь они с женой экспериментируют с добавками – с мятой для женщин, с перцем для мужчин. Павел хвастается, что даже на выставке крафтовых сыров подобного изделия не было. Поэтому и гости частенько заглядывают, чтобы поболтать и полакомиться деликатесом. Боже, какая вкуснотища невероятная! Все восхищаются этими сырами. Они придумывают что-то новое, постоянно усовершенствуются, добавляют специи. И в горе, и в радости они вместе. Вместе планируют будущее, растят сыновей, учатся преодолевать трудности. Оля знает, таким как прежде Павел уже не будет. У него появились другие ценности и другие приоритеты. Но она принимает его таким, какой он есть. А он, в свою очередь, благодарен жене и обещает, что в этом доме войны никогда не будет. И она ему верит. Я никогда не расписывала свои планы на жизнь. Многие пишут, что я хочу получить до 30, до 40 лет. У меня такого не было. Но у меня не было и причин, потому что все, что хочется, оно происходит. И это, конечно, благодаря Павлу. Это не просто какой-то обычный парень. Он хороший муж. Это человек, на которого можно положиться.